Приветствую. У тебя есть... Новый. Помни, я... Что, при... Благодарю. Мне пора. Да помогут. Хорошо, что Освальд женился на дамке. Я устала от боли. Да, мама. Пусть дальше жизнь будет местной. Сюнин, разведай местность. Постой!
Один. Yeah.
Должны узнать. Накину капюшон. С этими людьми и узнать, что случилось. Спасибо тебе. Мы недооценили их силу и без тебя погибли бы. Нечасто я вижу, как простой народ грабит стражу. Они хотели забрать наше серебро. Они поднимают пошлины и присваивают часть денег. Ты помог его отбить, но делиться мы не намерены. Ты ведь отпустишь нас с миром? За это мы дадим тебе карту, взятую у людей наместника. И что же на ней? У наместника есть дом к северу. На карте отмечен тайный вход. Только представь, что ты там найдешь. Мы хотели его обчистить, но я обещал тебе награду. Вам серебро, а мне карту. Спасибо тебе. Тайный ход. Интересно, что я там найду? Нужно накинуть капюшон.
нас тут. Отомстил за тебя. Похоже, это то самое место. Монетный двор? Интересно. Скажи, что там впереди.
Тише! Saggis, os di e e infrotines, mod vizieos.
справлюсь.
Накормим же ворона! Эй, я сам не справлюсь. Помогите! Помоги мне, скорей! Сюда, на помощь! Так-так...
знал наш позойник. Надо убить это.
Голова слетела с плеч. Признаюсь, было неприятно. Но я такого не страшусь. Я Эрбер Дюль Лилибон. Брошу вызов любому язычнику, что покажет здесь свою рожу. Ага, ко мне приближается презренный враг. Тут не хватает зрителей. Тебя подводят глаза, язычник. Меня окружают почитатели. Я их не разочарую. Приготовь оружие, ступи на арену и защищайся. Ага. Глупый рот, но сам глуп, как баран.
Oh!
Bien mi bonjour, Stier. Comme tu es. Pardon, me presente autre chose.